Сегодня я расскажу вам про один из самых необычных районов Майами. И это арт-район Винвуд Уоллс. Этот район является одной из главных достопримечательностей Майами, благодаря тому, что собрал на своих улицах работы всех, без исключения лучших мировых мастеров стрит-арта. Сегодня этот район является одной из самых крупных арт-инсталляций мира, и его площадь более 20 гектаров. Поэтому на его даже не самый тщательный осмотр вам придется потратить не менее 4 часов. Кроме стрит-арта, на стенах зданий Винвуд расположено около 70 галерей современного искусства и 5 больших арт-комплексов. Известность этого арт-объекта распространилась по всему миру, поэтому здесь вы встретите очень много туристов, и мы не исключение. И как ни странно, Майами у меня теперь ассоциируется именно с этим районом, а не только с пляжем на Майами-Бич. Вам понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, у меня много интересного.